фонда в области 1 200 000 человек работает, и еще столько же нет. Из-за тех, кто официально не зарегистрирован, не получают деньги местные бюджеты и пенсионный фонд. Этой проблемой в стране занимаются целых 10 ведомств. Однако результатов их работы не показывает пока даже статистика. В Украине 174 миллиарда гривен и 75 миллиардов долларов в тени, обнародуют данные экономистов-чиновники. Эта сумма большая, чем годовой ВВП страны. Львиная доля серых доходов – именно нелегальная занятость. В невыплате или недоплате зарплат лидируют риэлторы, строительство, торговля, общественное питание. Операция недвижимости в процентах с оборота 60% по оценкам экспертов находится в тени. Страхование 50%, сельское хозяйство 72%, строительство 40-70%, сфера услуг 32%, промышленность 32%, непродуктивный отток капитала в офшоры 3-4 миллиарда долларов ежегодно, часть серых зарплат к легальным трудовым доходам 20-40%. Это все из-за того, что в области несовершенная база учета людей, говорят в налоговой. В идентификационных номерах не указано место жительства и работы. Поэтому жителей просто невозможно отследить. Второй фактор черной занятости – большой процент тех, кто работает за границей. За последние полгода налоговая легализовала 72 тысячи рабочих мест. Из 300 проверок инспекторы, больше 200, провели по рекомендации прокуратуры. Кроме того, материалы, собранные на предприятия, часто не содержат конкретных данных и не позволяют никого наказать. Парикмахерская Красунья, если я не ошибаюсь, направляет материалы, акт некачественный, лица, которые были установлены к моменту проверки, не указаны их идентификационные данные, ни фамилия, ни имя, отчество, ни кто они, ни где они, вообще. Материалы направили, прокуратура проводит проверку, приходит, этих людей уже в парикмахерской нет, где их искать, никто не знает. В прокуратуре и налоговой обещают активизировать проверки летом. Однако ужесточение контроля ничего не даст, говорят в пенсионном фонде. Пока нелегальная занятость выгодна и работодателю, и работнику. Первый платит меньше налогов, а второй все равно получит минимальную пенсию, имея стаж 5 лет. А, например, за 15 лет работы перед заслуженным отдыхом надбавка к пенсии составляет 8 гривен. Здесь, уверены чиновники, изменений требует законодательство. Должно быть четко зафиксировано законодательство, не позволяющее или делающие экономически невыгодным беготню от бюджета. Человек, если ему невыгодно платить, он не будет платить. И бегать мы будем за ним или не бегать, сегодня мы найдем, завтра он все равно будет вести себя так. Кроме этого, чтобы победить нелегальную занятость, в пенсионном фонде предлагают ввести специальные электронные карточки на каждого человека. Там можно фиксировать, сколько житель региона заработал, какую машину купил и какую льготу получил. Это считают чиновники, и выявление нелегалов, и борьбу с ними существенно облегчит. Оксана Витер, Алексей Костюк, Панорама.